Срок службы в армии планируют увеличить до 1,5 лет. С такой инициативой выступил Комитет по обороне Госдумы РФ. Председатель комитета заявил, что намерен добиваться от министра обороны Сергея Шойгу увеличения сроков военной службы. Как поясняют в Госдуме, сокращение срока службы до 1 года в свое время было политическим решением, но оно плохо сказалось на боеготовности армии. Если не считать период обучения, личный состав служит только 1,5 года, а потом увольняется. На их место снова набирают неподготовленных салаг. Получается, что армия подготовлена только наполовину. Камоедов убежден, что ротация должна быть хотя бы третями. Эту проблему можно решить, если служить будут 1,5 года. Механизм продвижения этой инициативы пока не определен, и предварительно необходимо заручиться поддержкой общественных деятелей, заявил он. Но комитет намерен добиваться пересмотра сроков военной службы. Напомню, что сокращение срока военной службы с 2 лет до 1 года началось в 2006 году. В 2007 году молодые люди служили 18 месяцев, а с 1 января 2008 года – 12.